построение реальности на трех координатах, так же, как делает Создатель. Плюс бесконечность, минус бесконечность и временной интервал, закрепленный в текущем времени за физическим предметом, за прибором развития концентрации ПРК-1У. And in such case, when we connect two points, zero and plus infinity, we receive a third point. So these three points, plus infinity, minus infinity in zero, and also the middle point, current moment, we have three points which are also used by the creator. Мы выделяем цель управления. So we set a control goal of a control work today. Понимание, осознание, ну, фамилия, имя, отчество, пути божественного развития. Нужно тоже выделить эту цель управления, четко посмотреть, как выглядит эта оптика. Как это, что человек уже очень четко понимает и осознает путь божественного развития? So control work should be the second one, which is absolutely necessary today, is understanding and perception of God's work or creator's work and creator's path by your full name. И эту цель управления мы тоже направляем на маленькую линзу прибора и одновременно концентрируемся на числе 1. And also this goal we take through small lens and by doing so concentrate on number 1 here. И через концентрацию на числе 1 мы ощутили, как от нас, от физического тела, от структур личности реализован управляющий импульс. And by focusing on number one, we perceive this light, which is coming from our physical body, towards a small lens and number one. Он сразу приобретает бесконечные характеристики за счет взаимодействия уже с верхними линзами, в которых сконцентрирована бесконечность. То есть этот луч, который идет... Мы ее на маленькую линзу, да? Потом концентрируемся на числе 1. И раз, от, как бы, знаешь, вот этот импульс реализовали, да, Диль? И вот этот импульс, он сразу приобретает бесконечные характеристики. Вот плюс, минус, бесконечность. Все здесь сконцентрировано в верхних линзах, да? So when we set this goal with regards to understanding and perceiving creator's path and creator's work, this beam of light that's coming from our physical body into one through small lens, because it's connected to left and right upper lenses, it already has in itself the essence of plus and minus infinity, essence of infinity. То есть управление по целевому уровню осуществляется сейчас везде, в каждой точке пространства времени. This means that this control, this goal of a control work is happening geographically in everywhere, because we have engaged plus and minus infinity. Мы включаем все функции прибора посредством восприятия, как прибор генерирует, организовывает и импульсы, которые обеспечивают вечную жизнь всем. We activate and set to work all elements, all features of the device PRK1U. Прибор мгновенно находит решение по целевому уровню в бесконечности и начинает реализовывать это здесь и сейчас, в текущем времени. So device immediately finds the solution point to our goals and starts realization of them here in current moment.
И мы видим, что прибор, найдя информацию, начинает генерировать свет, свет-носитель информации. То есть в реальность входит материя вечности, а это решение вашего события, это решение одновременно для каждого человека, для каждого живого существа. Share her experiences after testing, and please do come up to the video. Don't be shy. Она находит решение по целевому уровню в бесконечности и начинает реализовывать это здесь и сейчас, в текущем времени. So device immediately finds the solution point to our goals. And starts realization of them here in current moment. И мы видим, что прибор, найдя информацию, начинает генерировать свет, свет-носитель информации. То есть в реальность входит материя вечности, а это решение вашего события, это решение одновременно для каждого человека, для каждого живого существа. Источник этих событий бесконечны. Прибор очень мощно генерирует эту материю вечности. Эти события, они вот в реальном, в прямом режиме реального времени входят в реальность. Супер. А теперь по одному предложению. Надо вспомнить. Прибор мгновенно находит решение в бесконечности. So, we said that device immediately finds the solution to this goal. И вы выделяете в текущем времени компоненту будущего, компоненту бесконечности, и вот уже из этой бесконечности в текущем эти события, ну как генерирует, воспроизводит, проявляет, да, Диль? Mm-hmm. And by finding the solution in the infinity, the device, the light of the solution is actually here inside of device. It's here in front of you. So this is a solution which the light of it represented in front of you here. Even if the solution found in the infinity level. Это импульсы вечной жизни, из которых состоит материя вечности, это события. Значит, это импульсы из вечной жизни. Вот импульсы вечной жизни, из которых состоит материя вечной жизни, это события. So the impulses of eternal life, the matter of eternal life consists of light itself. So and of the light of eternal life. Их бесконечно много. Это высочайшая концентрация света. It is an absolutely immense concentration of light. Это материя вечности. Она входит в реальность. It's a matter of eternity and it is inside of the reality. Это входит в жизнь каждого человека. Это спасение для каждого абсолютно. У всех в мире, во всем мире все улучшается. This light enhances eternal life for everyone, and it has the power and the strength to ensure life absolutely to anyone or anything. So this high concentration of light that what we need to perceive. Это спасение, это решение сразу для всех и с учетом постановленной вашей цели. This is the solution. This is the salvation for everyone. For everyone at the same time. Материю вечности мы видим духовным зрением, ну, видим, мы воспринимаем частицу, свет как частицу воспринимаем. This light
we see with our with our third eye, with our spiritual part of us, and we actually perceive and see the particle of it, the absolute mini particle of this light. И мы ощущаем ее полевую характеристику. And we perceive its characteristics, field characteristics of this particle. То, что мы ощущаем вот в теле, да, это ощущение, это уже мы ощущаем поле. What we feel in our physical body when we think of this light, when we see it, this is what we feel on a physical level. Ну, оно не имеет преграды, это поле. Оно, если мы ощущаем, понятно, что это везде есть, сразу же во всей бесконечной реальности. And we understand that if we feel this light inside of our body on a physical level, it also means that this light is everywhere, not just inside of our physical body. Полевая характеристика в когерентном режиме накладывается на вибрационную структуру клеток, систем, органов, всей реальности. А если можно покороче? Полевая структура вечности накладывается в когерентном режиме. Так, а в когерентном можно как-то перефразировать? Когерентно, ну, как бы одновременно, да, когерентно, как бы вот одинаково, да? А, окей. То есть одновременно везде, в одном и том же объеме. Диль, как бы начинает быть когерентной, как бы одну вибрацию. Вот клетки, у клеток как такая вибрация. Когда накладывается полевая характеристика вечности, это тоже вибрация. Они начинают когерентно, одинаково вибрировать. Окей, поняла. So, when... So the matter of eternity, the light of the light, has its own vibrations. So when the vibrations of eternity connects with our physical body, but our physical body on a cell level also has its own vibrations. So what happens is that the vibrations of our physical body and the vibrations of the light of eternity work synchronically in one motion. So they synchronize and they vibrate in the same level. Ну, вибрационной характеристикой обладают все объекты мира, потому что на микроволновом уровне все состоит из вибрации световой. Первую часть можно еще раз повторить? Первую часть предложения. Да. Все объекты мира также обладают вибрационной характеристикой. Ну, проявленные объекты, тела, там какие-то объекты. So, also every single matter in the physical world, what we see and what we don't see. Everything also has the vibration. То есть на микроволновом уровне все объекты физически проявленные состоят из световой вибрации, состоят из света. Весь мир это как бы, ну, вибрационная, мы входим, ну, как бы видим вибрационную составляющую мира, да? И на нее накладывать, сейчас, это же понятно, да? Или подождать? Нет, понятно. Ага. И на нее, вот на эту вибрацию, да? Но в когерентном режиме накладывается материя вечности, получается весь мир, да, все начинает вибрировать уже вечностью. Вот для нее же преграды нет. А это и основа любой вообще вибрации изначально. Еще накладывается вечность. Она, ну, как бы все начинает как бы пульсировать вечностью. Мы это вот ощущаем вот в мире, везде, в событиях, в любой точке пространства времени. So, if you think of a world, of a physical world, everything has vibration, and when the light of eternity when we actively take the light of eternity
and put over the physical world in our control work here. And we know that every single element in the physical body has its own vibrations. Everything is vibrating. Everything has the vibration represented as light in our control work, in your mind when you see it. So all the vibrations in the physical body, when the light of eternity comes over it, everything then starts vibrating synchronically in one tone with the light of eternity. Таким образом, активировав все функции прибора. So, by activating all of the functions of the device, PRK1U, то есть мы начинаем... Мы это наше на физическом уровне, тут как наше. Да, личность, духом, душой, сознанием. Мы просто чувствуем вот вибрацию вечности в сердце, да. Мы с Богом как-то вот взаимодействие это. То есть мы начинаем ощущать, что вот мы тоже источник вечности. So by activating all the functions of the device, we see how our own vibration generates the light, and we also work synchronically in the same mode as eternity. It means in the same mode as the creator. И когда уже мы с этой полевой характеристикой как бы синхронизировались, вот стало спокойно, то это сперва такое управление ощущается очень мощное, а потом уже как спокойнее смотришь, уже вот как бы все единое такое, ну, пространство. И выходим, тогда уже мы имеем доступ, мы выходим в пространство за прибором. Это вот пространство, которое обладает характеристиками, что любая информация бесконечно управляема. So when we feel through the vibrations, and when we work, when we understand that our own vibrations working synchronically now with the light of eternity, the feeling should be now, by now, more calmer. So when you really fully synchronized, the feeling of calmness and like solid light is there. Then, with your mind and the perception, move yourself outside or behind the device. So now we will work in the area behind the PRK1U area.